Типа тонкий намек на суть проблемы, да? Тут вроде ничего. А тут вроде как и башня. Оба-на! А нам вниз, походу. Червячку потом надо будет продалбливать. Дырочки. Ща разберемся. О! Так. И где тут выше пробираться? А? Мне же, я так понимаю, выше надо. Вон оно, значит, как, да? А, вон оно куда. Так, допустим. Ща как, долбану? Не? Ну и ладно. А я думал, что я буду использовать эту хрень для бурения. Было бы, как говорится, намного веселей. Так, давайте мы с вами прицелимся и как закрутим. Вроде пробежал. Вижу, что мне еще вон туда бежать. Мне кажется, я этого червя, скорее всего, убью. А вы еще кто? Оу! Вы кто, ребята? Кто такие по жизни? А то я тут ищу сейчас себе соперников, видите ли. А упадаются всякие черви. Ни о чемные вообще. Смотрите, какой злой дядька. Еще злые два. Что-то бурят там. Вы что бурите, буряты? Так, сейчас будем вас за это карать больно и справедливо. О, а ручки-то, кстати, тоже можно, я так смотрю, неплохо драться. Так, ну вниз мне точно не надо прыгать. Тут как бы без вопросов вообще. Ну, я думаю, что сюда-то я еще как-нибудь спущусь. А вот туда навряд ли дойду. Что там такое интересное? Ага, это, скорее всего, мост. Это мост, который надо активировать, видимо.
прыгаем, падаем, веселимся, делаем все, что только душе угодно. Кстати говоря, здесь вот ничего нет, случаем. Видите, здесь тоже можно выше подняться. А здесь, кстати, например, как раз наоборот, выше эта хрень. Куда делся-то? Она его что, распилила, что ли? Падай! Да падай ты, ё-моё! Оу! Тут все настолько весело, да? Фига себе, с одной плюхи она меня так вынесла. Офигеть, просто можно. Просто офигеть. Хорошая штучка, одним словом. Вообще офигеть. Он еще и не в ту сторону пошел. Знаете, это не так-то легко перемещаться, между прочим, в ту и другую сторону. Установил таки себе хпшку. Долететь только бы. Да откуда здесь столько скотов и падал. Шли вон отсюда все. А то полишаю вас тут. И ног, и всего, что имеете. Так, ну, я так понял, там, где камни, эта тварь, ну, в плане червь, сюда не проберется. Но, возможно, зато здесь есть что-нибудь интересненькое. Опа! О, видите, я был прав, здесь есть что-то интересненькое. Так вот, как это что-то интересненькое взять... Это, конечно, вопрос. Так, ну, сюда мне однозначно без хронометра не вариант прыгать. Ну, я шучу, без хроносферы, конечно, но суть вы поняли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Улетай! Че ты разорался-то на них? И на меня заодно. Самые умные типа, что ли? Так я вас покараю всех к фигам.
Ауч. Ну давай же, добивай что ли его. Ладно, проще этим мечом действительно работать, потому что он как-то быстрее добивает их. Все-таки меч третий уровень, а это все говно еще первого. Хотя иногда можно и не мечом, но и косой поработать. Так. Ау! Дайте мне здоровье, ребят. Вы как-то больно до хрена ненужного даете. Так, я что-то не понял. Она мне снизу нужна или сверху? Скорее всего, снизу, да? Ну правильно, нафиг она мне сверху нужна. Хотя, стоп! Нафиг она мне, как говорится, сверху-то? Если она мне как раз-таки снизу нужна. Здесь ничего вроде интересного нет, и постоянные обещания. Поэтому думаю, на йентом мы часть этой серии, собственно, и завершим, ребятки. Мне куда, собственно, надо? Как я сюда заберусь? Точнее, как я сюда-то заберусь, я, в принципе, понял. Хоть тут и хрен простышь, но я понял. Я же не дурак таки. Дальше вот сюда, видать. И куда дальше? Ага, вниз. Понятненько все, ясненько, понятненько все. Это ты тут баламутил, генерал. Воду он тут мутил. Баламутил. Задачки мне тут всякие раскручивал. Ой, ужас. Так. Ага, вот наша хроносфера. Мы ща как закрутим. Ля-ля-ля-ля-ля. Да твою налево. Так ты и не понять.
На таком здоровье даже пиндюлей получать страшно. На таком уже не так страшно. Оба-на, это еще что за говно? Не знаю, что за говно, но активирую. Он оно как. Дырку сделали. Ну, а что, ребятки, таки в этой дырке, вы узнаете в следующей серии, мои дорогие друзья. Ну а сегодня всем спасибо, всем пока. С вами был Газета Дезертирка. Всем удачи.